Состоявшиеся выборы президента имеют особое значение для развития страны в плане консолидации общества, которое укреплялось на протяжении всего текущего года, прокомментировал государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин в своем телеграм-канале. Уверенная победа действующего президента показала высокую степень поддержки обществом как реализуемых, так и будущих планируемых действий власти. Выборы еще раз подтвердили, что сегодня у общества и власти единое понимание перспектив развития страны. В целом можно констатировать, что первый этап большого электорального цикла завершился успешно. Следующий этап – парламентские и маслихатовские выборы. В итоге, укрепив консолидацию общества и власти, сформировав устойчивую систему государственных институтов, наша страна обретает необходимый запас прочности и устойчивости в непростых условиях мировой турбулентности.